Детская программа гостиничного комплекса «Орловский» разнообразна и называется «Проведи лето ярко». В августе последнего месяца школьных каникул ребята участвовали в празднике Нептуна, других мероприятиях, загорали на белоснежном пляже и с удовольствием купались. А в субботу, 15 августа, они искали клад, спрятанный пиратами. И эта захватывающая игра началась сразу, как только ребята с Нижнего полка прибыли на место. Мне понравилось больше всего у медведей, потому что там сложнее всего подсказки находить. Но мне еще понравилось около дерева, потому что там лопата высоко висела, и лопата вообще смешно выглядела, лягушка какая-то. И мне понравилось через веревки проходить. Правда, неудобно за руку с кем-то, пришлось отпускаться иногда, но все-таки получилось. Школьникам на самом деле было сложно, но подсказки организатора квеста Инны, сотрудницы Орловского, помогали им идти к намеченной цели. Специальные подсказки на дощечку, там, за деревом. Нам выходили такие листочки, там было написано, где подсказка лежит. Мы так искали, читали и угадывали слово. Первое, например, там буква А, второе, буква В, там, вот так вот и придумывали слово. Потом мы пришли... Сложнее всего, где было? Когда на дерево вот висела лопатка, там надо было до нее достать, а ее вообще не было видно. Потом до нее достали. В итоге вкусный клад, запрятанный пиратами, ребята нашли. Уставшие, но очень счастливые от всех полученных впечатлений, они отдыхали на VIP-пляже вместе с родителями и координаторами народной дружины. В этот день детей сопровождали ученицы Витовской гимназии Даша Филатова и Семина Яна, которые совсем недавно стали активистами молодежного движения. Наша организация, она помогает организовывать людям отдых из социально незащищенных слоев населения. Всегда приятно наблюдать за тем, что людям это нравится, и видеть результат своей работы. Я считаю, что это очень полезно, потому что детишки из малообеспеченных семей могут отдохнуть так же, как отдыхают детишки из обеспеченных семей. То есть у них не будет какого-то неравенства. Они смогут рассказать о том, что у них было тоже классное лето, о том, что они купались, также загорали, и все у них было классно. Им было интересно, они играли в разные игры. Я хочу сказать очень большое спасибо нашему депутату Алексею Митрушину, и хочу сказать большое спасибо народной дружине, потому что они в этом году организовали нам такой отдых, о котором просто можно только мечтать. Не каждая семья выехала за город, не каждая семья поехала на курорт, а благодаря этим людям все-таки очень много детей из нашего района посетили такие замечательные мероприятия. И в Ливадию мы ездили, и в Орловский ездили, и на картинг ездили. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.